Ребята, добрый день. Такой экспромтик. Иду сейчас, короче, в парикмахерскую стричься по Гова, по нашей улице, по французскому Гова. Тут, короче, такое, ну, сегодня минус 6, тепленько так. Но солнце припекает, и сидеть в комнате возле окна, ну, трудно, потому что в спину печет, как-то так странно. И вот, короче, вот тут вот утки. На улице целая галактика утей. Я, ну, сейчас посмотрю, будут шугаться, нет? Они типа как голуби тут, короче, сидят такой кучей. А вон еще, кстати, вон еще в воздухе летят, спускаются. Утки, так как голуби вот в городах в Украине, так вот утки. Еще, вот летает их тут, прямо у них лед идет. Непонятно почему. Вот сидят тут вот на паркинге возле, тут магазин обуви, шляпы, пальто, и вот сидят, греются тут утки. На солнце. Ну, солнце такое сильное, я вам скажу. Я так, чтобы не пересвечивать, то я вот вам отсниму тут округу. Вот так. Такая наша вот местность. И тут, короче, стоит бус какой-то, GMC Саванна. И возле него утки что-то орут. Вот, ладно. А ну, попробую. Будут шугаться, нет? А, нет, шугаются, да. Ну, если близко подходишь, то они убегают. Ну, не буду их шугать. Чтобы не подумали, что я тут буду их мочить, охотиться на них или еще что-то. Ну вот так, вот их достаточно. И вон еще садятся. Вот полетело. Вон еще целая вот идет эскадрилья. Главное, чтобы не обкакали. Вот они садятся. Ой, ребята. Вот еще. И, наверное, тут что-то покушать выносят. Так, ребята, ой, он еще три прилетело. Я, наверное, пошел дальше. У меня на 3 часа стрижка. Вот. Вот такая Канада. Вот идешь, смотришь, утки просто табуном. Ну, в парках тоже там, в Киеве, там были, но больше все-таки чайки были, чем утки. Потому что, ну, город. Вот, а здесь уток полно. Просто сидят и никуда не улетают. И вот еще там две полетело. Ну, лед идет утиный, короче. Ребята, такие дела. Всем привет. Подписывайтесь. У меня еще есть видео, дальше будет еще. Всего вам всем хорошего. До новых встреч.